Москва-Сочи. Шереметьево. Сейчас время где-то в районе 6 вечера, а завтра уже 8 часов утра мы будем участвовать в съемках художественного фильма «Турция бабушка». Все увидите, ну не в прямом эфире, ну по крайней мере прям почти сразу. Будьте здоровы, все, валим. Hello. Hello, молодежь. Вот здесь легендарная дорога от гостиницы «Жемчужина», где живут основные гости фестиваля «Кинотавр», к Зимнему театру. И, короче, какое-то открытие «Кинотавра» очередное. Толпится народ около входа в гостиницу. И такой я тоже приглашен. И выхожу, и стоит один, единственный, стоит в сторонке, стоит Бодров Сережа, младший. Я с ним не был знаком, я подхожу к нему, говорю, привет. Он говорит, привет. Я говорю, очень приятно, красавчик, брат, все дела. Он говорит, спасибо, тоже, полинный путь. Я говорю, а ты с кем идешь на дорожку-то? Он говорит, да я один прилетел, ни с кем. Я говорю, пойдем вместе. Он говорит, пойдем. Мы вот по этой самой дороге вдвоем прошлись до Зимнего театра. Сергей Бодров, это был первый и последний раз, когда в жизни я его видел. Но это запомнилось. Представляете, мы заходим, а у Андрея вспышки воспоминаний. Вспышки. Он зашел и вспомнил все, что было у него здесь. Вот этот балкончик, как и многие другие, почти все, олицетворяет Сочи 80-х и 90-х. Начало. Это было несбываемое для многих граждан Советского Союза мечта приехать в «Жемчужину», открыть дверь и выйти на балкон и сказать, я в Сочи, наконец-то, я в «Жемчужине». Это очень круто. Вот такой пейзаж. Мы на съемках фильма «Тур с Иванушками». Я в эпизодах. Сейчас ждем гримеров. Вот это номер был мечтой советского человека. Любого. Да. Понимаешь, вот это вот. А еще они стояли там. И будешь сдвигать, чтобы не проваливался. Вот еще одеяло. Да, по центру одеяло. Сворачивали кругляшком, чтобы не проваливалось. Пойдем, у нас ждут великие дела. Забывай. У меня самая фантастическая короткая роль. Получил текст очень долго. Мой текст сказать? Да. Как-то неловко получилось. Все! Оскар! Оскара! Оскара! На самом деле, это первые съемки в моей жизни. Я готов. Кирилл, я на фильм пошел. Внизу идет на тренинг. Антонио Бандерас. И Микки Рурк здесь. Все, все на месте. Ну, очень приятно. У меня самая большая роль. Мэтрик. А потом начинающие актеры. Сегодня мы снимаем фильм под названием «Тур с Иванушками». Так что ждите, это будет увлекательная, крутая музыкальная история. Какой напор! Есть у кого-то конфет? Есть булочка. А кофе мне обещали.